люблю меня на так. Вот так выглядят африканские пейзажи. Пальмы финиковые, кактусы. Сама финик? Вот там есть, но какие-то маленькие, желтые. Я иду перед кактусом. Итак, мы остановились возле дороги, возле какого-то села. Тут плантации кактусов, которые собрали уже здесь урожай. Но местами есть очень красные, сочные кактусы. И сейчас будет маленький мастер-класс, как их рвать. Главное не рвать голыми руками. Я взял как перчатку маленький пакетик от печеней. Боюсь. На плодах очень малюсенькие колючки, которые потом разлетаются по всему телу и очень сильно пекут. Вот, смотрите, как я рву кулечком. Хоп. Инструкция. Если без пакетика, то эти колючки будут в самых интимных и ответственных местах. А с пакетиком самое оно. Это был только что тут красивый. О, вот это. Мы ж как бы типа воруем, надо осматриваться, то там с хаты может кто-то и выстрелить. Есть. Сейчас обобьем колючки и ложечкой покушаем. Колючки — это очень ужасная штука. Посреди дороги причем. Смелый. Ворованный кактус. Да. Ножей у нас нету, приходится пластиковой вилкой пробовать. Оно. Вкусно? Ножи похожи на киви? Сейчас поймешь. Я не поняла, на что похоже, но очень вкусно. Он спелый. У нас в киви продаются по 35 гривен, но он вот такой зеленый отстой, этот бомбезный. Угу. По консистенции как маракуйя. Все, у меня уже колючки местами на пальчиках вскакивают. Украли сразу возле дороги, кушаем смелые. Ради теба. Даже колючки с кактуса. Слушай, ради меня даже колючки с кактуса набирать полную вилку себе в рот. Да ты не представляешь, какие они не Конечно. Так, все ради меня. Печет между пальчиками. Клево, да? Угу. Очень. Ну это съедобно, не все съедобно. Причем у Марокко есть как фиолетовые, так и оранжевые. А фиолетовые съедобнее? Да, в этом. Фиолетовые съедобные, но фиолетовых я не воровал еще. У тебя еще вся жизнь впереди. Вернее, целая поездка. 10 дней. Да-да, в Сахаре у нас не будет кактус. Кошмар. Сахара без кактуса. Куда ты меня везешь? Открываем кактус. Аккуратненько. Как я ни старался, все равно у Русланки на языке. У меня на руках немножко было ужаснейших колючих колючек. Машинка. Это автобус. А, это маршрутка. Ням-ням-ням-ням. Это другой киска. Так, я еще не пробовал. Тот был вкуснее, но это тоже классный. У тебя не на вкус одинаковый, просто этот более плотный. Ну да, больше. Ну тот был такой более пушистый, жирный. Русланка отправляет фотофиксацию, как она кушала кактуса, я воровал всем в Киев. Довольная. Украли 3 или 4 кактуса. Едем, перевариваем кактус, вытягиваем колючки, все довольны. Пообещай мне, что ты это вырежешь. И теперь Русланка после последней порции кактуса поняла, почему верблюда делают вот так вот. Повтори еще раз, чтобы я точно колючек вырезал. Только не в камеру плевать. Слюка. Да-да. О, кстати, посадка кактуса слева. Не успела снять. Пока давай эти переварим. Малюсенькая.